Пиу. Играем против Тирана. Нормально, что я так поздно пилон ставлю? Да, вроде нормально. Попробуем чуть-чуть увеличить количество. Не будем увеличивать количество. Будем играть как обычно. Сейчас, если он нам блокирует. То мы как бы в шоколаде, в принципе, остаемся. У нас очень много газа будет, и мы просто его очень быстро, резко начнем контрить. То, как бы, чего он не ожидает. О, да. Это удача, друг мой. Делаем три сталкера и вайдрея, и все. Сначала хочу поставить Нексус, затем пилончик уже. Но пилончик тоже хочу поставить сюда куда-нибудь. Масриперы, мы поняли. Как там риперы по воздуху стреляют, нормально? Братишка. Хитрые страты у него, конечно.
классно, что микрить типа не надо. То есть они ж как бы марики не побеждают. Очень важно понимать, что если вас не побеждают, микрить как бы не надо. Ну типа хитро, но не до конца.